Добрый день. Чехии день, который называется «Душечки». В этот день люди приходят на могилы своих родных. Душечки – это воспоминания о людях, которые уже не с нами. И я приглашаю вас вместе со мной прогуляться по чешскому кладбищу. Считается, что чехи – католики, но на самом деле большая часть населения Чехии – это люди атеисты. Тем не менее, много костелов, и люди соблюдают традиции. Если посмотреть, то видим, что на большинстве могил горят свечки. Это традиция. Приходят с семьями, приходят с детьми, приносят цветы. Как правило, людей кремируют. Но есть и исключения. Вот эта могила очень большая. Памятник скорби. Первое захоронение в 1932 году. Похоронена девушка 19 лет. Ее родители, очевидно, поставили такой памятник. А это памятник семейный Чапова-Пекаркова от 1900. А вот здесь более поздние захоронения, поэтому здесь не такие большие семейные могилы. Смотрите, сколько цветов. Нет такого разнообразия в памятниках, как это на русских кладбищах. Но очень все продумано, все удобно, все очень чисто. Шикарные осенние цветы.